Видишь, как сейчас выглядят детские площадки? Ну что это такое? Ну посмотрите, ну что это такое? Все прорезиненное, все на пружиночках, все как будто из какого-то мармелада сделано, ну все безопасненькое. Ну вот на эту курку посмотрите, ну она нормальная, эта курка. Она не ведет в песок. Она как в нашем детстве не ведет в асфальт. Не ведет она не ведет в лужу, она не поднята метр над землей, когда ты приземляешься и думаешь,